Всем привет, мы продолжаем играть в Mount & Blade TLD. Мы с вами сейчас хотим попробовать кое с кем пообщаться. Но сначала я хочу сделать кое-что другое. Живучесть. Стрельба, сбор трофеев. Обучение, кстати, личное умение, да? Ладно, жаль. Давайте хирургию тебе накинем. Так, я сохранился и пошел помогать королю. 393 против 158. Сомнительно, что мы сможем победить на самом деле. Но попытаться стоит. 38 против 29. Получается. Так. Ко мне прутся еще. А там какого-то хрена пешие пошли прям сплошным строем. Давайте в атаку. Да точно в голову. Но какому-то животному, а так как там не было животных чужих, скорее всего, своему. Все. Стрелы у меня закончились, поэтому идем в рукопашную. А, всадника убили. Есть, хоть кого-то ударить смог, и то хорошо. Так. Так, хорошо. Сейчас слезу, возьму топор. Так вам пораздаю, блин, урода. Всех добивайте. У меня потери 2, у союзников 5. 78 у противника. 82, точнее. Там еще 4 раненых, я их не заметил сразу. Ну что ж, продолжаем, продолжаем. Пока все неплохо. Все-таки легкая конница против толпы лучников не самая умная идея. Они подойти не успевают, как их уже расстреливать начинают. Твоему, твою мать, ну. Да что ж такое, чего лезете мне под прицел прям? Я тут пытаюсь убить противника, вы... Не, зачем? Пускай живут. Так, что там? 28. Такое. Сможем их, в принципе, растаскать всех. Все так уж и плохо.
Да, тут тем более еще половина из них. Это пешие. Хорошо. Всех убить. Осталось немного. Осталось 20 человек. Но еще плюс накинут подмоги. Не очень-то. Так. Хорошо, подъехали. Или... Не, подмоги не будет, серьезно? 67, 68, 74 человека. Как-то мало. С учетом того, что у них там 300 осталось их. 70 это прям очень мало. Странно, ну ладно. ...237 осталось. Удобно они стали прям. Даже прицел особо наводить не нужно. Ну, я кого-то убил. Нормально. В принципе, неплохо. То есть осталось 18. Сейчас еще одно подкрепление прибудет. Вот 33. Я не знаю, еще 40, еще 30 пришло. То есть мы, по идее, должны перебить эти 30, и будет следующая битва. То есть, хрен его знает. Ох ты ж, красиво прошло, очень красиво. Я почти в голову своему выстрелил. Не зря мне даже накинули за этот выстрел. 74 тоже. Неплохо. 150 на 163. Снова-таки понемногу. Тут что они медленно очень двигаются. Такое чувство, что там большая часть это все-таки пешие. Успею? Нет, не, не успею. Успею. Или нет? Не, не успею. Успею. Успел. Да, больше половины пешими. Какого-то фига. Эскадралом лупят. Издеваешься? Умри. Ты умри. Все умрите. Так, что-то я увлекся, там моих союзников перебили уже большую часть. Четверых, пятерых. Троих убили, двоих ранили. Ничего страшного. Осталось 40 человек перебить, и нормально будет. Это ж падла. Ай, свой. Твою мать. Задолбали вы меня.
Вот это тот, которого я попал, его оглушили. Ладно. Оглушили, не убили. Нормально. 19 осталось. Сейчас должно прийти еще одно подкрепление, по идее. Нет, не придет. Вы издеваетесь? У них там 150 человек. Вы не можете подкрепление им прислать? Ну ладно. 65 человек перебить и все. Закончим на этом на сегодня. Пойдем на следующую драку. Кто знает. Может, мы и Гундабад сегодня разберем на запчасти. Сбежать пытается, что ли, один. Да, сбежал. Штарунийцы меня вообще расстраивают. 96. Ну, тут открытая местность, это вообще. Шикарно. Ждем, когда они немножко ближе подъедут. Отправим в атаку своих. Ладно, давайте. Беготня это начинается. Едут. Итого мы выбили 20. 20 есть, было их 90, да? То есть еще две драки. Нормально. Еще это и еще одна минимум будет. То есть на этой будет где-то 60 человек. И следующая будет где-то еще 30 человек. И мы разберемся со всеми армиями рунийцев, по сути. Останется только убить Гундабад, разграбить. Но я не знаю, получится ли, потому что очень сильно ослабла армия этого короля Трэнгвилла. Там есть еще одна, конечно, армия небольшая, но, опять же, маловато будет. Как говорится, маловато будет. Так, 38, двадцатка еще подошла, это, скорее всего, последняя двадцатка, больше не будет. Ну, пока неплохо держимся. Особых потерь у нас нет. Парочку там выбили за счет того, что я попал им в голову. Но я хоть их не убил, а просто оглушил. Так, осталось семеро. Да, как я и говорил, видите. То есть сейчас 58, еще 30 с копейками будет следующая драка. Но следующее это будет уже последнее. Причем тут уже один сбежал. Еще двое. И еще все. Это был последний. Прекрасно. Разобрались с ними. 37. Я был почти уверен, что будет больше. 30. Но не был уверен, насколько больше. 37 это не так уж и много на самом деле. Даже сказал, это маловато. Нормально. Почти 300 у меня уже стрельба из лука. 277. Я уже более-менее нормально стреляю. Не всегда, конечно. Но я стараюсь. Так, одного у меня вырубили. Но не убили. Просто вырубили именно. Это минус 3 у меня уже получается. Или минус 4 вырубленных. Не помню.
Слишком долго идет эта война. Так, итого 10 человек осталось. Вырубить, и будет все. Конец на этом для них. Плюс я ярла еще и поймал. Мне надо ярла сдать, кстати. Я не помню... А, я вспомнил, у кого я это задание брал. У Галадриэль. Надо ей сдать этого ярла. Пускай получше отношения у нас будут. Правда, Галадриэль очень далеко лезть надо. У меня нет места для пленных. Я всех пленных, что были, уже взял. Все, места нет. 108. Брыго. Два рыцаря. Тут у нас отборный. Неплохо на самом деле. Гномы-стрелки. Надо их повыше поднять. Пускай поучаствуют в драках. Кстати, сохраняемся. И рыцарей Арнора и рыцарей Ривенделла мы сейчас опустим ниже, потому что у нас сейчас будет в основном захват, а там нужны не такие ребятки. Так. Ждем. Я не знаю, они будут нападать сейчас или нет. Тут 67 человек у него. У этого 67 просто, у этого 68 выживших. Я не знаю, ждать мне, что они нападут на Гундабад или нет. Они же сейчас же просто могут развернуться и такие... Мы снимаем осаду и побежать. А у меня по еде плохо. У отряда, да? Сейчас посмотрим. Ну, относительно. Еды еще есть немного. Давайте подождем. 73 у них уже. День я прождал. День, блин. Вы издеваетесь? Так, ладно. Рохан скоро отзовет своих. Но у меня нет возможности сейчас в Рохан аж съездить. Это очень далеко. 1000 очков. Да. Склад. Нормально. Сохраняемся. Да. Брего отобрали. Ну, ладно. Ну, вы будете... Я так понял, они пока не собираются. Это кто? Гундабадские налетчики. Так. Я возвращаюсь к Галадриэль. Я попробую сдать ей задание с этим ярлом дурацким. В смысле терпит поражение в битве? Вы издеваетесь, мы убили всех. Просто всех, кто там был. Вот. Я вам привел ярла. Все еще не дает. Нормально, да? Я уже друг эльфов, но все равно мне еще нельзя получить какие-то вещи. 600, давай. Так. Князь из... терпит поражение, задолбали. Сохраняемся, отправляемся в Рохан. Там кто-то, что-то, где-то. Альтбург вроде осаждают. Я не знаю, попробуем посмотреть. Ого, ого. Тут Эдора осаждают. Рохан, ты бы вот это вот не выкаблучивался. Они у меня забирают этих воинов, блин. Скоро заберут. Нормальные вообще. У них там
столицу грабят, а они у меня воинов забирают, уроды. Так, 700, да? А нет, я жадный, я не дам тебе. Казармы. Пленные. Давай-ка сдадим тебе пленных, которые тут есть. И я не знаю, я очень хочу попробовать разбить их возле Эдораса, чтобы они не захватили. Давай молодых. Сохранимся. Еще раз сохранимся. И вся проблема в том, что эти ребята не дадут мне повоевать друг с другом, да? То есть, если я нападу на одного, присоединятся все остальные. Да, сразу присоединяется. Против 500 я еще не вытяну. Против 2-3 еще как-то можно попробовать, против 5 нет. Оркс нога, урукхай, волчий всадник. Опять куча волчьих всадников этих. Ладно, давайте мы продолжим в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Всем пока.